Всем привет, дорогие друзья, всем привет, дорогие подписчики, с вами Стас. И сегодня, как вы уже поняли, будет обращение лично к вам, моим дорогим, любимым, уважаемым подписчикам. И ко мне вот сюда вот пришла собака. Да. И давайте же начнем. И сегодня я бы хотел затронуть пару тем, именно их будет три темы. Я вот себе их выписал сюда на компьютер, взял, если мне будет не видно, то я его пододвину себе поближе. И начнем. Но прежде чем начать, я бы хотел попить. Хотя пьют колу, у меня кола закончилась, попью водичку, обычную воду, газированную. Давайте же начнем. И первая тема — это такая грустная, скорее всего, тема, потому что я хочу вам сказать то, что я уезжаю я в июле, сдал все экзамены хорошо, поступил в 10 класс, и я уезжаю с 1 по 20 июля, то есть, как вы поняли, видео не будет. Да. Видео с 1 по 20 июля не будет, вы отдохнете от меня, я отдохну от всего, от этого всего, то, что здесь вот наставлено, это компьютер, текст, вода, штатив, сооруженный мною самим. Потому что, мне кажется, снимать на трясущуюся руку, это как-то по-теплому, душевно сделано, сделанное видео, и старательный человек все это выснимал, наверное, есть такое слово или нет, не знаю, я в гуманитарном классе, вот. И я уезжаю с 1 по 20 июля, и вы отдохнете от меня, я отдохну от вас. Вторая тема такая, то, что, как вы уже тоже догадались по названию, это каким был мой выпускной. Мой выпускной был из 9 класса, я выпустился из 9 класса, 20 июня выпустился. У нас был выпускной, окончательно нам выдали аттестаты, дипломы, грамоты, сказали, идите, и мы пошли в кафе. У нас был выпускной. Выпускной прошел сам по себе очень хорошо. Веселились, танцевали, играли. Но очень надеюсь, что те фотографии, которые были сделаны там, они там же и останутся. Никуда не спутаюсь там. Я посмотрел, встал на следующий день, 21 числа на утро, и посмотрел фотографии, подумал, боже мой, что я делал? Почему меня никто не мог остановить, во-первых, из 25 там человек, которые там были, что я там делаю? Бог ты мой. За этот выпускной мне будет стыдно еще очень долго. Это еще только из 9 класса выпускной. А прикиньте, что будет после 11-го. Это, наверное, вообще... О, держите меня вместе. Держите меня семеро на этом, после 11 класса. Угу. И если у вас тоже был выпускной, неважно, из 9-го, 11 класса, пожалуйста, запомните его на всю жизнь. Если из 9-го потом идете в колледж, у вас больше не будет такой возможности выпуститься из 9 класса. Вообще, это бывает один раз, и, пожалуйста, запомните его надолго, каким бы он ни был, хорошим, плохим. Это все-таки был ваш выпускной, и собака буянит. И он был очень хороший, фотографии, которые там останутся, пусть желательно останутся бы они там. И третья тема, опять попью воды, потому что пить хочу, жарко на улице. Ну и третья тема, это как я закончил 9 классов, а после 9 класса мы сдавали ГИЭ или ОГЭ, по-разному называют нашу школу, то ОГЭ, то ГИЭ. Мы сдавали ГИЭ, я ОГЭ не знаю, как расшифровывается, не задумывался об этом. ГИЭ — это государственная итоговая аттестация. Мы сдавали ГИЭ, я сдавал 3 предмета, это обществознание, математику и русский язык, потому что я поступал в гуманитарный класс. Собака буянит, не могу, ходит тут, бегает. Сейчас ушла. Поступал в гуманитарный класс, мне надо было сдавать обществознание. Обществознание сдано на 4, на 29 баллов. Это не сказать, чтобы много из 38, но это 4. 4 или 5 баллов, моему человеку не хватило. Я считаю, что это все равно мало. А русский я сдал очень хорошо. И математику тоже хорошо, я сдал на 4. Русский сдал очень хорошо, на хорошую оценку, на 5. Сказал это. Русский на 5. В общем... Я поступил в 10 класс, экзамены сдал хорошо, мне еще 2 года учиться до 11 класса, до ЕГЭ, и там, наверное, будет страшнее, потому что ГЭ было абсолютно не страшно сдавать, те, кто говорит, что бог ты мой, страшный ГЭ. Нет, ГЭ, это очень было спокойно, не страшно, шоколадка, вода есть, пишите ваши знания есть, просто подготовьтесь. Я готовился 2 недели перед экзаменом, но так вам делать не советую, лучше готовьтесь 2 месяца. Потому что, ну, в принципе, я знал материал, за 2 недели его повторил, книжки. Может, даже видео сниму, если хотите, отдельно, по тому, как сдать хорошо ГИЭ. То, что ответы я не искал в интернете, они, в принципе, были там не нужны, было несложно. И на этом я хочу с вами попрощаться. Давайте, пока.
И на этом темы закончились. Там попрощаюсь не очень корректно. И с 1 по 20 число, запомните, видео не будет. Не скучаем. Подписываемся, ставим лайки. Статистика на канале упала. Давайте же вернем ее обратно. Потому что на 500 подписчиков будет конкурс. Я это обещаю, я это сделаю. Он уже готов, в принципе, фактически. Подписываемся, ставим лайки, зовем друзей, подписываемся на меня в Твиттере, хотите знать все, что вы, все, что через видео не могу передать, Инстаграм, там будет очень много фотографий с этого путешествия, то, что путешествует, ну, не буду говорить, куда я поеду, политическая ситуация, все дела, не буду говорить, ФСБ. А с вами был Стас, и до скорых встреч, пока, всех люблю, подписываемся, лайки, пока.